18 сентября 2023 года. Добрым утром. Афоризм на сегодня такой, реплика. Морфлот. Чтобы вещи служили дольше. Написала 15 января 2011 года. Этот малопонятный уже кому-то афоризм, наверное, да? Кто-то знает, что раньше. Хотя, что раньше? Сейчас, наверное, тоже в морфлоте больше служит, чем на суходоле. Морфлот, чтобы вещи служили дольше. Ну, это, конечно, не касается российского флота Севастополя на Черном море. Там, блин, своего срока ребята не выработают. 100%. Корабли не плавают, а ходят, потому что бухты-барахты. Вообще какой-то маловнятный у меня афоризм, да, по поводу морского флота. Корабли не плавают, а ходят, потому что бухты-барахты. Лучший афоризм по этому поводу про гребцов. Некоторые, даже будучи рабом на галерах, умудряются грести под себя. Про Плешивого я написал году в 14-м, по-моему.